Приветствую всех, тех, кто меня смотрит. Сегодня мы будем снимать ограничители на МАРК-2 сотых УЗов, ограничители дверей, в связи с тем, что они не выполняют свою функцию, то есть не держат дверь, не работают. Для этого нам понадобится молоток, нож или чем-то типа плоского, пластмассового, отвертка крестовая, ключ торцовый на 10, или же можно взять трещоточку, а лучше все вместе, клещи. Пассатижи можно взять, минусовая отвертка, минусовая маленькая, ну и естественно новый ограничитель. Можно старый отремонтировать, но я на разборке нашел, с распила. Ну, уже не новый, как говорится, но получше. Что ж, приступаем. Что ж, нам сейчас в первую очередь снимаем вот эти, бляха-муха, заглушки. Осы атакуют, все сделаю за кадром. То есть здесь вы можете использовать преимущество своих нестриженных ногтей. Но я постриг, поэтому все снял отверткой. Далее нас ждут 4 болтика. Один, второй, третий, четвертый. Где он? Это четвертый. И 2 клипса по бокам. Один, второй. Снимаем. Ну и естественно про вот этих 2 тоже не забудьте болтика. Так, болтики сняли. Теперь мы должны снять панель и ракушку. Панель снимается аккуратно. Здесь она будет поддевать минусовой отверткой уголок. И здесь у нас будет клипса, зажим. В общем, надо тут будет открыть. Сейчас покажу. Берем где минусовую отвертку. Здесь аккуратно поддеваем. Ну, аккуратно. Надо, чтобы все было аккуратно. Что-то здесь прям сильно сидит. Сейчас, секунду. Вот так поддеваем. Потом, конечно, отвертку мы отводим в ту сторону, где мы должны все открыть. То есть вот так вот. И смотрим. Там есть зажим. Защелка. Она не дает нам открыть. То есть как бы надо на нее надавить, в эту сторону, чтобы она открылась. Вот, посмотрите внимательно. Эта защелка находится, ну, получается, где-то здесь. Сюда суете отвертку, нажимаете, щелка открывается. Вот еще раз покажу, чтобы было легче снимать. Отдвигаем ее назад, смотрим крепление, все в порядке. Вытаскиваем фишку, потом откручиваем здесь винтик, потом приступим к ракушке. Открываем вот это окошко минусовой отверточкой, аккуратненько, чтобы ничего не поцарапать. Открыли, откручиваем винтик, соответственно. Винтик открутили. Теперь, чтобы нам снять ракушку, надо либо ножом, либо чем-то другим аккуратненько. Здесь, конечно, наверное, не просмотрится, хотя маленько что-то видно. В эту зону мы вставляем нож. Сейчас, секунду. Тянем. Нет, не так вот. Где-то здесь. Тянем вверх. Вниз или секунду, вообще вверх тянулось, что-то не могу найти. То есть самое главное торопиться подобрать все. Да, это был то место, куда я сувал нож, но оно у меня очень сильно сидело, сильно крепко. Мы поддели его, вытаскиваем его аккуратненько. Крышки не хочет до конца, надо чтобы снизу еще защелка вышла. То есть вот так вот делаем, снизу поддеваем, вверх тянем и вытаскиваем. О, все. Далее убираем все лишнее из картов, чтобы ничего не мешало, кроме весовое. Чтобы нам поднять обшивку, то есть она не просто так вытаскивается, надо маленько в эту сторону, в сторону открытия двери, маленько подолбить здесь. Потом хватаемся, и чтобы сила, то есть чтобы у нас сила распределялась и вправо, и вверх, то есть получается в эту сторону вытягиваем. Берем четко, раз, два, снизу маленько подбили, аккуратно, чтобы ничего, никаких мятин не оставить. И, как говорю, тянем вправо, тянем вверх, все. Я снял одной рукой, только что перед вами. Фишку также отсоединяем. Далее мы снимаем динамик, но прежде всего, чем приступать к замене ограничителя,
мы должны поднять стекло. То есть просто так не получится, что на этой двери, что на других, надо всегда подключать панель управления, включать зажигание, поднимать. Ребят, с этой фишкой будьте аккуратнее, не знаю, как у вас, она у меня, прям когда вставляется, ее вытянуто, прям вообще жопа. Так, стекло подняли, говорю, чтобы ничего не мешало, хотя вот это нам не нужно. Вообще вытащите ключ зажигания. Раз, два, три, болтика отсюда вытаскиваем и отсоединяем еще фишку. Фишка у нас, вот она, ну все элементарно, соответственно. Так, динамик вы сами сняли, самое главное аккуратно подевать, то есть когда вы его берете, вот так ворошатывающим движением бац, на себя вытягиваете и все. Ладно, ну что вы не мешался. Далее нам надо разобраться с самим ограничителем. Чтобы его вытащить, надо молотком снизу аккуратненько подбиваем. Я это сделаю за кадром, чтобы не накосячить. Дальше клещами вытаскиваем эту шпильку. Но прежде чем вытаскивать, надо подложить сюда перчатку. Или очень аккуратно вытаскивать эту шпильку, чтобы не поцарапать машину. Уточняю. Как вы будете вытаскивать зажим, точнее, ухватайтесь пассатижами за середину. То есть не за саму вот эту верхнюю часть, а за середину, как я. Сжимается, она легче вытаскивается. Там, если надо будет расширить, просто дюбелем здесь вбиваете и расширяете. Сняли. Теперь у нас осталось здесь два болтика. Сейчас я сниму за кадром трещоточкой. Скрутили. Аккуратно вытаскиваем и смотрим. Здесь ну, прям вообще убитая. Она никак не работает. Вытаскиваем эту резиночку обязательно и меняем на новый. И все в обратном порядке. В принципе, больше как бы вопросов нет. Ну, самое главное, не забудьте подснить фишки. Музыку, панель. В общем, подлота здесь у себя сможете. Также просвет не забыть. Почистить можно будет щетку вытащить, а то у меня все стекло поцарапано. Но тема ролика другая. Спасибо всем тем, кто смотрел. Удачи, хорошей дороги.